Итак, мы продолжаем нашу съемку игры 7 Days to Day. Сегодня у нас второй день. Так, в прошлой серии мы пережили ночь. Точнее, целый день ходили, обыскивали вот этот прекрасный город. Обыскали буквально несколько домов, также ходили по дорогам. Так, то, что мы нашли, у нас тут 11 мяса, бревна. Оружие у нас пистолеты, снайперская винтовка, ножи, обрезы. Пистолет опять же. Также мы вчера сделали кирку и топор, факелы, костры и подобное. Итак, за ночь, скорее всего, зомби жутко разворотили дом. Давайте посмотрим, что же у нас там произошло. Так, выставим, что нам необходимо. Так, обрез у нас стоит и топорик. Давайте пойдем посмотрим, что у нас там. Так, вот такой. О, кстати, нам нужно поесть. Так, мы будем есть, мы съедим это яйцо и две воды. Так, яйцо что-то даст хоть? Да. Мы съедим 4 консервы. Так, не будем экономить, у нас мало места. Также в этой части мы будем искать себе место для постройки своего личного... И с этой стороны выпрыгиваем. Своего личного дома. Итак, вот наш Димон, кстати. Он за всю ночь не сказал ни слова. Он, наверное, на нас обиделся. Плохой Дима. Так, даже страшно представить. Хотя, на удивление, на первую ночь не особо и много они разворотили. Поскольку, как правило, чем дальше ночь, тем больше зомби. То есть сегодня они практически ничего не сделали. Так, мы бежим, думали всю ночь, где нам делать этот дом. Мы решили вот выбрать вот здесь, вот это место. Так, пойдем делать там дом. Ну как дом? Для начала, в первую ночь нам необходимо будет много камня, земли и подобного. То есть первую ночь мы, можно сказать, будем переживать под землей. Так же, как и полдня. Нашли печеньки, сардины, что-то вечно непонятное. Пожалуйста, напишите, что это мне такое. Вот это Can of Ham. Что-то неясное. Также в прошлых сериях у меня очень сильно зависало видео и было плохо слышно. Я надеюсь, что сейчас это все изменилось. Заберем воду, потому что неизвестно, что у нас там будет. Опять эти банки. Так. О, кролик, а ну стой, гад. Ладно, кролик убежал. Ох ты ж, блин. Я уцепил. Блин, шестой фонарик. Фонарики здесь бесконечные. И, кстати, вот мы видим шмеля. Шмель, шмель, шмель. Дикий шмель. Блин, вон там побежал кролик. Ладно, где шмель? Чё? Надо разбить траву, потому что недостаток этой игры, то, что через траву он плохо берется. Это мед. Обыскали. Еще один зомбак. Блин, да что же они так убиваются-то? Сардины. Печеньки. Так, дом, где мы будем строить? Да, с этой стороны. Для начала нужно срубить все деревья. У нас для этой цели есть топор. Дерево. Так кто тут такой умный? Ах ты, тварь. На удивление, удар в голову с дробовика, ой, с дробовика, с топора для них не имеет никакого значения. Так, мы достали траву. Зачем нам трава? Посадим ее на асфальте. И что-то... Не, это пусто. Что за дощечки? Не, дощечки нам пригодятся, я думаю, мало ли что. Заберем, надо убить их, вот этих гадов. Ползают. О, а вон там тайник, чувак. Сходим за тайник. Тут интересные тайники. Бревна. С черной дыркой.
Так, ладно, у нас ползающий газ. Вот какого раскинуло по нашей дороге. У нас опять что-то непонятное из еды. Так, кости нам не нужны. Да сколько же тут будет, а? Ну еще, кстати, намного больше. Так, ладно, будем рыть нашу, как бы так сказать, нашу берлогу прямо на этом месте. Так, нам понадобится. Что нам понадобится? Для начала нам нужно выкинуть мусор. Так, можно сделать... Нет, это не крафт. Крафт у нас вот здесь. Так, дробовик полностью целый. Что у нас еще? Нож. Полуцелый. Так вот, у нас уже появилось немного места. Его мы положим, что мы положим? Положим топор и сюда кирку. Кирку. Так, будем рыть здесь. Так, на землю начнем рыть так, поскольку землю нам только портить кирку. Кирку, я думаю. Нет, легче создать лопату. Лопата делается так. Как делается лопата? Лопата делается так. Три палки сюда. И железка сюда. Да, и вот мы получим лопату. И у нас закончилось железо. Такой неприятный сюрприз. Так, ну так мы все сделаем намного быстрее. Земля. И копаем вход в Нарнию. В темную-темную Нарнию. Только у нас здесь нету шкафа. Так, я не думаю, что к нам сюда кто-то... О, мы докопали до камня. Это хорошо, поскольку в камне нам уже лучше будет. Кстати, если закопаться под землю, они спокойно ночью разгрызут землю. Непонятно почему. Так, факела, факела, три факела. Ну, три факела нам для начала хватит. Не будем их ставить тут, поставим их... Вот тут. Так. Камень у нас бьется с 2-3 ударов. Сейчас мы уставшие, поэтому с 3, обычно с 2. Так, вот эти руды, вечно их путаю. Что-то из этого железа, что-то возможно. Либо железо, либо уголь. Кстати, если удастся... Опа, у нас нету места. Нету места. Что мы будем делать? Мы выкинем... Что мы выкинем? Мы должны что-то выкинуть, потому что у нас... Так, пойдем выкинем вот эти доски. Хотя лучше мы их не выкинем. У нас есть палки. Мы их переработаем на палки. Так, продолжим копать. Надо забрать вот это. Так, а место для этого? Трава. Все. Еще как раз одно место у нас есть. Так, наш герой очень сильно хочет пить. Оставим. Надо его напоить. Вот. 2 ударов. О, как я понимаю, это селитра. А, почему-то она подписана по-другому. Потом скажу как. Сейчас надо... приготовиться, поскольку сегодня мы уже вряд ли будем отсюда... Хотя нет, нам нужен металлолом. Нет, металлолом нам не нужен пока что. Так, ладно, в любом случае, на первую ночь нам нужно будет вот такое. А, ложим палки, получаем заостренные палки, из них делаем вот такую нехитрую штуку. На это нам требуется 9 палок, и мы получаем 3 вот таких состава. Так, надо узнать хоть что это. Вот так оно называется. Это берем. Угу. И у нас закончилось место. Ладно, выкинем бумагу. Да. Так, это у нас колия. Возьмем колия. О, у нас тут патроны так неаккуратно лежали.
Так, коли у нас могут спокойно портиться, то есть они не бесконечные. Так, поставим где-то тут. Факел. Ну и тут, я не знаю где. Все, блин, у нас закончились факела. Ага, а для фа... Нет, нам нужна ткань. У нас есть заостренные палки. Будем делать так. Так. Ого. Так, мы сделаем для начала 8 факелов. Эти палки положим сюда. К сожалению, так положить нельзя, поскольку максимум 64, а в этом стеке, если разложить, то назад не вложишь. Это идет другой непонятный стек, скажем так, флаг игры. Так, продолжаем копать. Точнее, добираться до низа. Факел, добудем это. Кстати, на завтрашний день мы, скорее всего, будем делать мины. Это у нас простой камень. И у нас опять нету места. Палки, будем продолжать копать. Это. А, вот это то, что я сейчас выбил, это был уголь. Копать нужно довольно глубоко, поскольку по непонятной причине они нас очень сильно чувствуют и будут спокойно снизу рыть, точнее сверху вниз, то есть к нам. То есть нам нужно как можно глубже. Так, пожалуй, на данный момент я остановлю, поскольку это будет все очень нудно, и продолжу позже. Также, поскольку мы... Что это? Ага. Что-то неправильно. Ой. Так, ладно, надо исправить эту ошибку. О, все отлично. Я закрою сверху проход и остановлю видео. Продолжим позже, когда я докопаю до низа, сделаю небольшой туннель. Здесь не будет ничего интересного, просто буду копать вниз.